Чешуин Андрей, поэт-песенник, поющий гармонист. О себе он говорит: «Я не народный гармонист, а гармонист из народа». Дипломант всероссийских и международных фестивалей имени Геннадия Заволокина. Участник программы «Играй гармонь» и «Поле чудес». Организатор сольных концертов без помощи спонсоров, просто, чтобы дарить людям радость. Цель его гастролей одна – вернуть истоки человека, дать понять людям, что гармонь не надо забывать. Всех жителей и гостей Советско-Гаванского района районный дом культуры приглашает на концерт Андрея Чешуина, который состоится 18 марта в 3 часа дня. Билеты можно приобрести в кассе районного дома культуры. Справки по телефону 45 607.